Вот вам и Лос-Анджелес. Сейчас вам покажу, как в американских аэропортах берут тачки на прокат. Делается очень просто. Вышли, перейдем дорогу. На автобусной остановке ждем автобус нашей прокатной конторы. Контора, здесь свой автобус, вот он так раскрашен. Наш автобус Аламо. Это на самом деле моя любимая авиакомпания. Моя любимая прокатная компания в Америке. При прочих равных стараюсь использовать ее. Вот тут Херц стоит. Сейчас дождемся Ламы, они ходят достаточно часто. Вот, значит, автобус приехал. Двойной. National и Аламо. На автобусе приехали. Идем внутрь оформлять документы. У меня все заранее забронировано уже. Сегодня замутим оформление онлайн через киоск. Начнем. Все заполнил. Нажимаю согласиться. И поехали. Очередь все еще стоит. Сдвинулся один человек только. За это время я уже все оформил. При том, что я забыл выписать номер information number, ну, номер своей брони. И еще вызвал человека, он подошел мне, мой номер говорил. Вот, поэтому все в 1000 раз быстрее, пользуйтесь автоматами. Дружище, извините. Вот мой контракт. Все, идем выбирать тачку. Самое интересное. Чем мне нравится компания Аламо, тем, что ты выходишь и сам выбираешь тачку свою. Смотришь, какой класс у тебя тачки. Вот все подписано, где какой класс. И дальше выбираешь машину, которая тебе больше нравится своего класса. Вот стоят минивены мои, вот они. Они на самом деле все одинаковые, я сейчас просто выберу, у которого пробег поменьше, чтобы он совсем новенький был. И все, вот посмотрим сейчас сразу белый. Ну короче, этот беленький минивэн, у него самый маленький пробег. Всего 5300 миль. Вот сейчас на нем и будем ездить. Вот такой вот он внутри. 7 человек сидит спокойно. 6 сидит вообще прямо шикарно. Так, сейчас мы сразу все вам покажу. Вот здесь вот так вот складываются сиденья. Ты проходишь, здесь сидишь. Есть розетки. Есть обычные розетки. Вот там вот. Вот такая штука. Все закрывается кнопочками. И вот такой багажник. Такой багажник спокойно помещается 7 этих чемоданов. Так что я сейчас поеду. Поеду сейчас смотреть. Короче, я вам все показал. В итоге выбрал Chrysler серый с калифорнийскими номерами. Потому что мне Chrysler больше нравятся. Во-первых, у него камера есть, вся электроника там, панель вся электронная, сиденья кожаные. Ну и пробег у него всего 3500 миль. Так что будем ездить. Он во всем остальном он один в один. Ну вот видите, здесь камера сейчас будет заднего вида. Здесь климат-контроль. А так он такой же. Вот. Тут, кстати, еще телек есть для задних пассажиров. Так что будем на нем ездить. После того, как мы взяли тачку, подъезжаем к выходу. Так, тут очередь небольшая. Показываем наш контракт. Они его сканируют и нас выпускают. Все. Вот наша тачка Chrysler Tower & Country. Все время на нем ездим. Он мне нравится. Я приехал сейчас в Денис. Самая типичная кафешка американская. Мне нужен Wi-Fi. Я приехал за Wi-Fi и покушать немножко. Welcome to America's Dinner. Ребята, прошу прощения. Я был такой голодный, что съел и ничего не снял, даже вам не показал. Сейчас хочу поехать в аутлет, купить себе джинсы и кроссовки. Потому что я вон приехал какой, видите? Вот такой вот оборванец поехал в Америку тусить.
Давайте, мне обычно все время пишут, что типа, что за бичуган? Путешествует по миру, денег нет. Сейчас поеду, короче, оденусь, чтобы вы мне такую гадость не писали в комментариях. Ну и заодно покажу вам, какие цены в Америке на все. В среднем я покупаю джинсы Levi's где-то баксов за 30-40, кроссовки Nike обычно беру какие-нибудь крутые, баксов там за 50, ну за 70, смотря какие. И хочу еще купить роутер, и ну в магазин техники, короче, еще заехать хочу. Вот начинается визитная карточка Лос-Анджелеса. Дороги, пробки, развязки. Вот три слова, которые можно написать в Лос-Анджелес. Дороги, пробки, развязки. Теперь вот я чувствую, в Америку приехал. До этого не было еще такого чувства. Ну еще поел, повеселел немножко. Вот магаз, в который я собирался приехать, называется Цитадель. Стоим сюда, заезжаем. Это, короче, здоровый аутлет в Лос-Анджелесе, один из самых крупных и недорогих. В общем, сейчас буду здесь гулять, пару магазинов мне надо зайти, и потом поеду в, хотел сказать, в овощной, хотя на самом деле он не овощной, а магазин техники Best Buy, потом поеду. Купил себе кошелечек, сейчас идем в Nike, посмотрим обувку и потом джинсы, и все, и уходим. Как вам такие кроссовочки? Здесь еще, конечно, здесь полно всяких разных, но мне хочется какие-нибудь простые, хотя вообще космос. Вот, мне хочется какие-нибудь обычные, либо кеды. Но совсем кед тут нету. Всякие Air Max, Джорданы. И такие Джорданы прикольные. Может, такие Джорданы лучше? Или вот такие. Ладно, сейчас выберу. Последний пункт нашей программы на сегодня. Джинсы Levi's. 40 баксов и 30 баксов цены. Все, купил джинсы, кроссы, кошелек. Больше мне ничего не надо. Потратил 200 баксов. Это сколько у нас получается? 12-13 тысяч. Мне кажется, один только кошелек 1015 у нас стоит. Ну, я, конечно, может, ошибаюсь, но что я вот кошельков вообще дешевле 10 тысяч ни разу не видел. Поэтому, не знаю, считайте сами. А сейчас я поеду в отель, заселюсь, еще немножко поработаю, и все. Ну, ребята, моих сил уже не хватило сегодня на что-то серьезное. Я ехал на машине, уже чувствовал, что меня вырубает. Вот сейчас покажу вам отель. Отель — это здесь живу я, в группу в таких у меня жить не будет, не переживайте. Это просто одну ночь возле аэропорта я взял, самый дешевый отель, который был, 68 долларов стоит. Вот такой вот, ну по размеру он большой, но по атмосфере в таких отелях обычно наркобаронов и проституток убивают. Вот здесь вот такой вид. По идее, сюда полицейские вламываются. И, короче, чувак через дверь выбегает на крышу и дворами уходит, куда-нибудь туда убегает. Вот тут еще только что собаки бегали, типа такие, типа питбули такие, какие-то бойцовские. Вот так выглядит почти что гетто. Ну, это, конечно, не гетто, но что-то близкое к этому. Ходил в магаз, купил себе еды, даже неохота в ресторан идти. Купил себе, короче, два бургера, воды, ну так, по мелочи, всякой ерунды. Так что на сегодня все. Завтра встречаю группу, завтра начинается у нас веселье. Но еще до группы успею вам немножко показать Лос-Анджелес. Спокойной ночи.